Сашечка, вы гляньте, какая она здоровая. Он за мной идет, бараха, зырьте. Мне это ломает все вручную? Ой, сеньоры помидоры. Здорово, пацаны. Нифига их тут, пираты. Когда я уже скрафчу тачку, я уже устала. Итак, мои сладенькие пирожочки, мы с вами снова в Лего-мире. И сегодня куча всего нового подвезли разработчики. Давайте-ка посмотрим. Из нового это хлев. Как хлеб, но только хлев. Уютное жилище для обитающих в поселении животных. То есть теперь мы с вами можем приручать животных, прикиньте. Надо будет это затестить. Стоит такая избушка недорого, всего-навсего 10 досочек. Нужно будет этим заняться. Также есть полевая кухня. Готовьте пищу, разделывайте рыбу на филе, экспериментируйте. Вроде бы в крафте тоже ничего особо сложного. Смотрим, что еще добавили. Большой двигатель. Ага. Или не, погодите, это вроде бы не добавили, это просто я не показывала вам. А не, погодите, это что-то новенькое. До этого скругленных таких не было. Ага, гляньте. Тонкий пол лачуги, да, смотрите. Понемногу добавили что-то. Ну ладно, это все декор. Хотя, maybe тут и декор даже новый есть. Ёшкин декор. Надо, короче, все это изучать. Нет, я факел выкалила. Вам грозит ожог. За что? Что делать? А, нормально. Знаете, когда давно ты не играл, то прям как-то сложно. А что делать-то надо? А где мне взять доски? О, доски. Быстро разместить. А, тут прям вот так вот. Не, просто мало ли, тут как-то исправили, и можно полностью все закинуть. О, нифига себе, тут теперь закидывать можно. Давайте, короче, 29 взять строительный чертеж. Мне что-то открылось? Мне компостный ящик открылся. Преобразует органические материалы в удобрение, грунт или биомассу. Мне нужна какаха, песок, грунт. Нифига себе, а у меня песка-то нет. Наверняка-то песка нет. Хлев хочу. Мне доски нужны. Давайте сюда тоже загрузим, чтобы быстрее как-то дело у нас происходило. Во, 10 штучек загрузили, теперь ждем. Только у меня, погодите, пока что не хватает, да? Инвентарь не увеличили. Мне кажется, инвентарь хотя бы увеличили для разнообразия. Так, ладненько, забираем. 6 штучек. Все, этого нам хватает. Так, крафтим. Хлев. Нифига себе, он здоровый. А куда мне его поставить? Я не знаю. Я его перенести-то даже не смогу, да? Блин, я не знаю, куда его ставить. Ну, давайте пока что поставим, наверное, вот сюда куда-нибудь. Чё бы и нет. Пусть вот тут стоит. Во. Животные не назначены. Схема предмета. Лакомство какое-то я могу теперь готовить, да? Погодите, а это где? Где это могу приготовить? Я это могу приготовить в печи? Где печь? У меня есть печь. Лакомство для животных. Лиана и кукуруза. Блин, а у меня нету этого. Но же из ящиков все используют, да? Что в ящиках-то валяется. Блин, у меня походу рили этого... А нет, лианы есть. Кукуруза, наверное, нет. Надо будет сейчас бежать и искать кукурузу. Хотя, ладно, дайте-ка я посмотрю, может у меня в сундуках есть. Нифига себе, вы гляньте, тут добавили удочку и гаечный ключ. Удочка нужна, чтобы рыбачить, но это понятное дело. А гаечный ключ — инструмент для редактирования игрушек. Какие игрушки? Не понял, какие-то игрушки добавили. Капец, тут обнова. Итак, смотрите, нам нужна удочка. Для этого нужна палка из корневяза. У нас корневяза... У нас есть корневяз. Нам нужно две палочки. Давайте-ка это мы забираем. Меняем рецепт. Две палки. Так, что нам еще надо? Две палки есть, три шнурка, шелковая нить, три когтя. Разделить. Давайте-ка два когтя. Шелковая нить. Шелковая... А что, погодите, шнурок там нужен был, да? Шелковая нить и шнурок. Одна шелковая нить. Давайте-ка сюда мы. А, лиану нужны. Благо, лиану у меня есть. Забираем. Шнурок. Назначить схему три штуки шнурка. А что она не делается? А, пять штук надо, потому что, понял, 15 закидываю. А сюда шелковую нить. Шелк, шелк, а у меня шелк. У меня шелки. А у меня есть все это, капец. Ладно, пусть переплавляется все равно. Давайте возьмем шнурок и шелковую нить. Погодите, у меня одна шелка. Где шелковая нить? Да, я делал шелковую нить. Господи, она у меня в руке. Разделить одну штучку берем. Вроде бы все, да? Больше мне ничего не надо? Нет, что-то надо. А, палка, во. Палки готовы. Давайте-ка создаем удочку. Кстати, это уж хорошенькая удочка. Бамс. И где удочка? 4. Отлично. Нифига себе, удочка. Вы гляньте, какая она здоровая. Нифига себе. А что надо, чтобы рыбачить? Я не знаю. Это мне вода нужна, да? Офигеть. Ну, приманок я тут не вижу. Значит, нам, по идее, приманка не нужна. Что, поперли? Попробуем порыбачить. Блин, прикол, столько всего. Столько всего вели? Как раз кукурузу. Новый скин! Слушай, можешь звать меня Гернси. Но сразу скажи, если ты инопланетянин. Какое приятное знакомство. Я много путешествую, но сейчас мне кажется, что в этом поселении будет неплохо пожить какое-то время. Я хочу эту коровку. Гляньте, все. Гляньте. Текущие работы. Жители 3-6. Давай, чел, ты будешь жить с нами. Мне нравится путешествовать по миру, бла-бла-бла. Приезжай в мое поселение. С радостью не подходит. Поселение для меня кроватки нет. Окей, сейчас мы быстренько кроватку ему запили. Найти бы эту кровать, во. Сейчас поставим тебе кровать. Да ешкин ты кот, как мне сюда взобраться? Давайте, наверное, пока что поставим кроватку сюда. Во.
он сразу занял ее чертильник. Ладно, давайте еще кроватку сделаем. Мне не жалко. Вот, рядом друг с другом. Теперь у нас будет на одного человека в поселении больше. Переезжай к нам. Ебой. Все, теперь у нас 4 из 6. Награды. О, зырьте. Как прикольно все сделали. Растущее поселение. В этом поселении может жить еще одно животное. А, у меня всего-навсего одно животное пока что может жить, да? Жители. И двое живут. Ну, мне лакомство надо. Пойдемте вначале порыбачим. А где рыбачить-то? Погодите. Надо воду найти. Во, там есть вода. Итак, добежала. Проверяем, как рыбачить. Я пока что без понятия. Ну, наверное, как в Майнкрафте. Нужно ждать, пока она начнет клювать. Клюет. Да блин! Там, короче, появилась надпись «Тяните». Окей, буду ждать эту надпись. Там, кстати, что-то светится. Надо посмотреть. Ну-ка. Тяни, тяну. Я раковину выловила. А можно еду? Типа, это, конечно... Тихо, дядь. Что, ненормальный? Это, конечно, все прикольно, но можно их похавать. Не, на чертильник мелкий. Я уже забыла, как с ними сражаться. Еще одну раковину добыла. Понадобится. Да, кстати, тоже что-то светится. Я туда. Вы гляньте, что-то светится в воде. Это что? Это что такое? Погодите, это ловить можно? Нифига себе. А, это, походу, ловить надо, ешкин ты кот. Мне главное еще не помереть. Блин, эти черты на меня бегут. А, они там с кем-то разбираются. Так, а я... Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, ты чё, придурочный? Да я тебя даже не заметила. Слушайте, что скажу, ночью бегать что-то не особо КФТМ. Ты чё, вообще офигел? Берега попутал костяное. У меня это, удочка до туда. Погодите, может мне плот какой-то? А тут есть крафт плота. Фига себе, тут декора. А плот как скрафтить? Можно мне этот? Гайд для новичков. Короче, ладно, в попу, я домой, я лучше посплю, меня сейчас тут это мобы захавают. Перед тем, как бежать домой, решила выловить немножко рыбки. 3 рыбины выловила. Мы с вами готовы ведь кушать. Это же наше поселение. Да, возвращаемся домой. Надо поспать, чтобы день наступил, а то капец. Неудобненько. Мне потом еще где-то кукуруз надо найти, я даже не знаю где. Итак, я дома. Нам нужна полевая кухня, потому что ту рыбу, которую я поймала, ее можно разрезать на филе. А для этого мне нужна полевая кухня. На это нам с вами нужна доска. Гранит. У меня, походу, доски есть, гранита нет. Дайте-ка я сейчас быстренько гранит добуду. В общем, ребят, чтобы вы понимали, я подошла к бургермену, чтобы спросить, как твоя работа. И он мне дал 10 лакомства для животных. То есть мне даже кукуруза не нужна, офигеть. Слушайте, прикольная тема. А этот челик что у нас сделал? Давай поговорим о работе. Помогай поселению, работа с ресурсами. Работа по обработке. Давайте по обработке создавать ткани, плавить металл. Ладно, плавь металл. Не знаю, что ты там наплавишь, но окей. Эти, кстати, ягодки соберем, пригодятся. Я же их не просто так сажала. Честно, я не помню, зачем их сажала. Возможно, для зимнего биома, но я вроде бы еще в пустыне не была. Да, мне в зимний биом. Дайте-ка я все сюда сложу. Лакомство для животных есть. Я хочу найти какое-нибудь животное и попробовать его приручить. Я вижу барашков. Но я не знаю, мне барашки-то нужны. Это ткань. Бараха. Давай попробуем. Покормить. Ну-ка. Сердечки. Не, погоди, куда? Ты должен приручиться, барах. Они, походу, не с первого раза приручаются. Смотрите. А не, он за мной идет. Он за мной идет, бараха, зырьте. Офигеть, все, я барашка привела. Животные не назначены, овца. Феликс, нифига себе зарандомила, прикольно. Пусть будет скретчи. А что не пишешь? А что писать не могу? Лев Рося, Жужа. Ладно, будет Жужа, я думала скретчи можно. Хочу поесть. Все, Жужа живет там? А что у Жужи это? О, показать хлеб. А что это такое? Покормить урожай. Погодите, я типа сюда еду вставляю? Так, погодите-ка. Я знаю, что моей Жуже нужно. У меня тут как раз таки были ягодки. Я думаю, Жужа не откажется от ягод. Я Жужи лучше ягодки дам. Бамс, подходим сюда. Вставляем. И пождем урожай. Это что? Это свинтус. Мне свинья нужна. Ну-ка на. Ешь. Офигеть, новый моб появился. Покормить. Ты идешь за мной? Не, ну выходит, идет. Ну-ка. Ее, он идет за мной. Ну-ка, погодите. Мне хватает. Давайте еще один. Или погодите, я могу двоих. А, нет. Один домик для одного. Идите сюда, пацаны. Из-за вас поставить не могу дом. Ешкин ты кот, идите сюда. Давайте. Ну-ка, сейчас два домика рядом поставим. Бамс. О. Ну-ка. Есть хлев, переназначен. А, ты еще хочешь? На, кушай. Кушай. Животные не назначены. Следует свинья. Назначен. Бродяга. Ну давайте, слушайте, бродяга подходит опупенно для свинки. Теперь мне нужна какая-то еда для него. Давайте еще ягод соберем. Вообще, я не знаю, тут может быть есть любимые лакомства у тех или иных зверей, но я, честно, об этом даже не знаю. А с этой еще свинкой погладить? Ты мне что-то дашь? Ну-ка. Он мне гриб дал. Свинья грибы дает? Честно, немного нелогично. Я вот не знаю, мне что-то полезное же уже будет давать? Ну-ка.
там два написано. Что два? Какахи он мне дает, офигеть. Спасибо за какахи. У-ху, удобрения тоже неплохо. О, они еще и тут какают. Вообще с кайфом. Столько удобрения, это хорошо. Итак, давайте смотреть. Жители 6-6. Ага. Вот у меня два живот. Ой, смотрите. Кормите животных их любимой едой, чтобы они были счастливы. Пушистик, хороший источник шерсти и удобрений. Иногда ведет себя по-свински, хороший источник удобрений и грибов. Блин, а мне грибы-то не нужны. Я не знаю, что мне нужно, кстати. Мне надо подумать. Возможно, мне нужна курица. Любимая еда, а я откуда знаю, что они любят? Это надо гуглить по ходу. Чем надо для улучшения? Редактировать данные поселения. Нет, погодите, это не то. Удалить поселение. Не, мне надо опнуть. Палки из корневяза и мраморные блоки мне нужны. Блоки мраморные у меня есть вроде бы. Да, у меня есть. Палок из корневяза мне не хватит. На такое количество палок мне нужно 20 штук. А у меня сколько тут? А у меня всего-навсего 11 корневяза. Погодите-ка. У меня, короче, хорошая кирка. Давайте-ка. Мне нужна кирка хорошая. А где тут кирка? А, господи, кирка есть. Кость, деревянная палка, лесной топор. Не, погодите, лесной топор. А я что, не могу более крутой лесной топор, что ли, делать? Это максимум? Вот этот топор это максимум? Мне, походу, надо улучшить верстак. Палка из корневяза, мраморный был песчаный, кок песчаный. Слышите, кучу всего надо. Жесть, ребята, это, конечно, трэш. Ладно, измените рецепт, давайте все закинем сюда по максимуму и пойдем в пещеру добывать полезные. Ага, полезные ресурсы. Я же хотел это. Полевую кухню, кость, гранит. Да-да-да, все, короче. Пойду за гранитом, мне гранит нужен. Итак, гранит я добыла. Мне этого, по идее, должно хватить. Давайте-ка глянем. Да, гранита хватает, деревянная палочка нужна и две косточки. У меня, кажется, все это было. Не понял, ко мне кто-то идет? Дядя, здравствуйте. Какой-то фермер. Давайте-ка за. Нифига себе, она мне нектар дала. А что, так можно было? Ну-ка, ты мне что? Какахи, да? Надо покормить. А я не знаю, чем кормить ее. Но я могу ягодами. Снежные. Так я не знаю даже, что они любят. Блин, капец. Ладно, временно пока что пусть это ягодки поест, что бы и нет. Как понять, что ей нравится, что ей не нравится? Блин, фиг поймешь. Ладно, поперли. Надо скрафтить полевую эту штуку. Все, мне хватает. Нифига себе, полевая кухня. Это офигеть какая здоровая не полевая кухня. Куда ее поставим? Давайте пока сюда поставим. Я просто пока что без понятия. Что мне с этим делать? Новый уровень! Я что-то опнюль, я красава. Слот пуст, рыбу сюда. Оранжевая рыбка, для следующих предметов требуется место в хранилище. Готовые изделия. Итак, у меня есть рыбное филе. Питательный продукт можно получить из рыбы. Круто. У меня суша открылась, пшеничное зерно нужно. А для пшеничного зерна, погодите-ка, мне пшеничка нужна. Так это мне по миру надо бегать и искать ту. Зерно это, а я не могу это обратно сунуть, да? Чего я могу дважды это переработать? Что у меня вышло? Ведро с наживкой. Я могу рыбачить. Да это, фига, прикиньте. Давайте, окей, засунем сюда. Пойдем хотя бы порыбачим. Слушайте, ну такие обновления, в принципе, мне нравится. Прикол, прикольно. Куча всего добавили. Сейчас все переделается и пойдем рыбачить. Итак, забрала всю наживку, давайте пойдем. Попробуем порыбачить, мне интересно, как это выглядит. Ну вообще тут написано: бросьте воду, чтобы привлечь рыбок. Давайте попробуем, пойдемте. Выйдет у нас так, ведро с наживкой. Эпический предмет, это что, нам что-то другое надо? Погодите, схема открыто. А как мне все схемы посмотреть? Кью. Это не то. Тут я это не увижу. Блин, ладно, поперли рыбачить. Интересно, как это будет выглядеть. Итак, вот мы с вами подбежали к водичке. Ой, ёшкин такой, отмечает, черт будет мешать. Тихо. Дай, помогай мне. Ты чё, воду попер? Ну, ты, конечно, дурак. Ой, дурак! Так, ладненько, пробуем. Бросаем наживку и типа закидываем туда удочку, да? Я правильно? Я закинула туда? Во! Зырьте. Я рыбу приманила. Рыба приманивается на другую рыбу. Это вообще нормально? Тяни. Это обычная рыба? Нет, верни мне мою рыбу! Блин, жесть. Я случайно ее выпустила. Просто я думала ей это подобрать, а ей это выкинуть. Тяни. Все, ты моя рыбка, не надо тут никуда уплывать. Не, погодите, это мне не надо. Мне нужен инвентарь. Но это одна и та же рыбка. Погодите, я нафига это прикормила ее? Мне это что-нибудь интересно. Погодите, возможно, это работает как? Если без прикормки рыбачить, то можно выловить любую фигню. Допустим, дерево я вот вылавливала и еще что-то какую-то фигню вылавливала. А теперь я чисто вылавливаю одну рыбу. Походу для этого прикормка нужна, прикиньте. Я думала, она на один раз, а она на бесконечность. И, кстати, теперь зато плавать можно. Тяни. А, нет, все равно фигню вылавливаю. Да все, тогда я не понимаю, в чем смысл прикормки. Так, что у меня тут нового? Кстати, пшеничка мне нужна была, пупеть. Слушайте, пшеничка мне нужна была. Это очень хорошо, что она мне выпала. Блин, прикольный этот у меня помощник. Блин, капец. Ладно, поперли. Сорвалась у меня рыбка. Поперли, я хочу посмотреть. Погоди. Дитика нужно восстановить. Оп-оп-оп. Поперли. Я хочу понять, куда меня ведет этот светлячок. Самое главное доплыть. Мне кажется, тут слишком большое озеро. Я не вижу просто, где предел. Но мне кажется, мне не хватит доплыть до конца.
Слушайте, сейчас походу все, на дно иду. Прям как в Genshin Impact. Ну, конечно, одобряю. Ладно, поперли с той стороны. Коровы вон плавают. О, какаха. Ну куда? Ты видишь, я какаху хочу подобрать. Где? Какашка. Подобрала какаху, поперли. Дайте-ка я попробую вот тут что-то выловить. Ой-ой-ой-ой-ой, аккуратно. Слушайте, а может мне пристань себе сделать, а? Я походу поняла, мне рели нужна пристань. Давайте попробуем. Пристань, пристань, пристань. Как это делается, я уже не помню. У меня древесины нема, у меня нема древесины, но у меня есть топор. Сейчас я быстренько себе сама это дерево нарублю. Фига себе, лиан с дерева выпадает. Да так было? Вроде бы нет. Так, ладненько, подбираем древесину. Бам. Блин, я факел выкинула, думаю, что темно стало, я факел случайно выкинула. Так, ладненько, давайте-ка. Можно что-нибудь более тоненькое, например? Ой, ой, мне еще холодно будет. Черт, ты недоделанный. Пацан, давай, защищай меня. Можно видеть? Я не вижу. Вообще, что происходит? Так, ладно, в попу мне нужен факел, вам холодно. Да ладно! Да ты чё, правда что ли? Я факел подобрать не... Да уйди! Не надо со мной говорить, мне факел нужен, мне голодно, мне домой надо! Я замерзаю! Блин, я вот ненавижу за такую фигню ночь. Пойду, короче, посплю. Все, наконец-таки я дома, я ложусь спать. Спокойной ночи. Амон, дождь идет, мужики, я поспать не могу. Зачем мне все это? Мне нужен факел, окей, давайте факел хотя бы сделаем. Не хватает лиан, окей, две штучки мне надо. Разделить две, забираем, делаем факел. Я постоянно случайно выкидываю факела, это так-то очень важная вещь. Без них мне холодно. Что за драка, не понял. Никого нет? Я показала? Я, в общем, поставила пшеничку на переплавку пшеничного зерна. И в идеале, если на суше нужно пшеничное зерно, тогда мне нужно бы посадить эти зерна, а потом уже тратить это на изготовление пищи. Правда, я не знаю, что мне эта суша-то дает. Там какие-то бафы, наверное, есть. Давайте-ка заберем и пойдем посадим. Так, ладненько, мне на все нужны корневязы и мраморные блоки. Корневязы у меня вообще нету, поперли пещерку. Пещерка у нас находится вон там вот. Я надеюсь, мне хватит кирки и лесного топора. Очень важно мне улучшить верстак, потому что лесной топор у меня крафтится даже не из ресурсов с пещер. А значит, этот топор очень и очень плохой. Так, мы здесь. И знаете, что я только что поняла? Что мне нужна другая пещера, ибо здесь я уже была и толком ничего не найду. А нет, слушайте, так очень вот я тут не была. Хотя я тут была. Это ж пещера возле дома. А, мне ж корневяз нужен, у меня мрамора и так много. Чего я добываю? Мрамор этот, боже ты мой. Так, ладненько, давайте искать. Что-то не подбираешься. Корневяз, тут один мрамор. Корневяза я не вижу. Мне, по всей видимости, сейчас нужно будет искать другую пещеру. Не, тут как бы вижу корневяз, но, блин, я обход с собой дерева вообще не взяла, да, лестница, древесины нету. Ладно, можно обойти систему. Где-то тут я видела. А я на не достану, да? Блин, я не достаю. Ёшкин ты кот. Короче, проще найти другую шахту. А только где мне ее найти? Пойду по миру побегаю. Что уж поделать. Нашла. Блин, тоже не достаю. Ладно, фиг, короче, с этой шахтой. Прикиньте, я просто-напросто бежала и нашла медный слиток и кактус. Вот в таком вот сундучке. Жесть. Слушайте, полезный сундук. У-у-у! Пацаны, здорово! Давайте, кто сильнее. Давай, давай, давай сюда. На! На! Ты в кого стреляешь из арбалета? Ты чё, как крыса? Ну! Нифига себе, она меня нанесла. Обычный компас какой-то открылся. Погодите. Компасы ввели? Схемы предметов, подзорная труба еще какая-то открылась. Жесть, куча всего добавили. Я даже не могу посмотреть крафты, меню. Да, это нужно в верстаке, походу, смотреть. О, Алёса. О-о-о. Слушайте, ребята, мы с вами, походу, тачку можем сделать в следующем видосе. Либо сейчас. Блин, я не знаю, а тут есть какая-то схема, как построить тачку? Просто пока что вообще что-то ничего не понятно. Стекло. Откуда у меня стекло? Блин, надо какой-нибудь гайд в интернетике найти. Вроде бы тут ничего сложного. Блин, что-то интересно стало. Кактус нужен. На колеса тоже кактус. А погодите. Блин, ведущее колесо. Это какое колесо? Простое колесо. А тут везде кактус нужен. Мне, походу, в пустыню надо. Я до пустыни еще не доросла. Офигеть, печь лавалит. Обсидиановый блок. Офигеть, вы, конечно, загнули, мужики. Офигеть, вы загнули. Я только недавно играть начала, а вы мне уже тут говорите про обсидиан какой-то. Да капец, можно это я пройду? Спасибо. Добежал до шахты. Надеюсь, вот будет корневяз. О, да, тут есть корневяз. Вы посмотрите, сколько корневяза. Начинаем добывать. Правда, до дома потом столько шуровать. Это просто капец. Ладно, встретимся, как я добуду как можно больше корневяза. Гляньте, внедорожник. Блин, так тут есть эти рецепты-то. Слушайте, а мне нравится. Я хочу. Мне палка нужна. Короче, все, добывай корневяз и идем с вами тачку создавать. Надеюсь, только корневяза мне хватит. Сколько? 50 штучек и еще 42 мрамора. Вроде бы нормальненько. Теперь возвращаемся домой. О, по дороге домой нашла какой-то сундук. А тут у нас хлеб.
Погодите, кукуруза, это мне надо. Что бы мне выкинуть? Ладно, давайте... Я могу доесть кукурузу. Доедаю и беру кукурузку. Блин, а может хлеб еще взять? Так, а мне выкидывать нечего. Ну, давайте выбросим, я хочу хлеб. Погодите, а хлеб где? Ёшкин ты кот, он уже пропал. О, там, смотрите, там какой-то черт. Ладно, я к нему подходить не буду. Мне кажется, я с ним не готова пока что справляться. О, вы гляньте, я какую-то пристань нашла. Блин, а у меня удочки нету. Ай. Ну вот как назло, вот как всегда. А что я на этой пристани? Что-то интересно, либо это просто все декор? Что там? О, там бабочка какая-то. Эта бабочка всегда нас приводит туда, где есть сундук. Ну ладно, давай, веди. Я надеюсь, это не тот самый сундук, который я только что залутала. А, гляньте, сундук появился вон возле пещеры. До этого его не было. Сундук, по всей видимости, появляется в момент появления бабочки. Слушайте, а неплохо, неплохо. Спасибо тебе, бабочка, большое. Итак, смотрим, что же у нас. Искать, оно у меня отменилось. Сейчас посмотрим, что внутри. Надеюсь, что-нибудь полезненькое будет. И тут у нас куча хлама. Вообще бы мне все на самом деле из этого надо. Я даже стекло где-то успела надыбать. Благодаря этому у меня открылись новые крафты. Давайте выбросим вот это. Но мне как бы нафиг не надо. Что-нибудь полезное. Давайте возьмем. Я надеюсь, оно не пропадет прям так быстро. Дайте арбалет. Я могу ему дать арбалет. Погодите, я могу ему дать ему арбалет. Вот, держи. А, ну ладно, давайте отдам, короче, все то, что у меня почти сломано. Вот, держи. Бамс, и все, давайте подберем. Арбалет. Ай, так, ладненько, хлеб. А я есть не хочу, да? Нифига я его ем долго. Нифига он останавливает. Слушайте, вообще с кайфом. Все, короче, поперли домой. Меня этот дождь уже бесит. Я хочу побыстрее лечь поспать, чтобы этот дождь наконец-таки закончился. Плюсом мы сейчас с вами будем начинать крафтить машинку. Это у нас джип. 4 палки надо. Короче, нам домой. Ну вы прикиньте, только до дома добежала, уже рассвет, уже солнышко. А я зачем домой-то бежала? Ладно, давайте-ка покормим нашу свиночку. Большая радость тут что? Тут просто радость, небольшая. Так, ладненько, собираем пшеничку и обратно давайте-ка все это посадим. А у меня мест нет, окей, давайте-ка кукурузу посадим. Все это пригодится. Нам бы вообще сделать с вами отдельный сундук подо все это. 21 пшеничное зерно. Разместить несколько. Годить-ка. А как взять определенное... О, во. Взять определенное количество. Найс. То, что надо. Сюда давайте-ка посадим. Ладно, давайте малиновое семечко, что бы и нет. Итак, смотрим. Суши крафтю. Я хочу суси. Где мое суси? Не понял. А, суси не тут. Суси у нас готовится вот здесь. Давайте, рыбное филе. Блин, у меня рыбное филе нету. О, у меня есть рыбное филе. Давайте-ка забираем его. О. А, кстати, давайте пока что поставим переделываться деревянные палки. Они нам еще пригодятся. И давайте-ка скрафтим суси. Все по одному. Давайте 4 штучки тогда скрафтанем. Так, теперь смотрим. 4 палки надо. У меня, кстати, палки... У меня были палки, но нет палок, да? Умное перемещение. Давайте-ка все выкинем сюда. А что мне надо было? Погодите, на крафт, вернее, на улучшение верстака нам с вами нужно... О, что-то новенькое открылось. Рыцарский щит. Но мне он не нужен. Мне нужен мраморный блок и палка из корневяз. Давайте тогда. Где корневяз? Корневяз. 12 штук, кажется, надо было. Давайте 12 поставим. Все, 12 переплавляется. Забираем свои палки. Что у меня так много палок? Ладно. Давайте-ка поставим нашу тачку. Вот тут мы ее будем строить. Начать строительство. Что нам надо? Пока что все хватает. Бамс. Ставим. Дальше что? Уклониться. О. Доска. Можно мне как-то повыше? А то мне что-то неудобно. Бамс. Ладно, вроде нормально. Вроде оно все стоит туда, где и должно стоять. Это куда? Это жопка или это перец? Оно все одно и то же? Погодите, оно разное. Это, походу, жирненькое. Не-не-не-не. Вот это вот. Вот это вот. Вот сюда. Вроде бы. А сюда поменьше. Во. Бамс. Дальше. Что это? Бампер. Я надеюсь, мне хватит деталей. Если не хватит, будет неприкольно. Слушайте, ну тачка это очень удобно. У нас сейчас вообще процесс выживания в разы ускорится. Ставим сюда еще одну сиденечку для водителя. Я могу 4 друзей. Я не то нажал, у меня и строительство вышло. Капец, ты просто жопа жопная. Почему? Зачем? Зачем мне все? И что мне с этим делать? Вот вы мне скажите. Это ломать все вручную? Капец, а тут резов мало выпадает. Либо погодите, либо все правильно выпадает. Блин, ну короче, я случайно. Сейчас начнем сначала. О, мне кактус выпал. А я тратила на это кактус? Либо почему мне кактус выпал? Не понял. Ладненько, начинаем с самого начала. Итак, где у меня тут моя бибика? А, палок уже не хватает. Походу, не все резы мне выпадали. Он бывает, жжет засада. Ладно, берем палки.
Бегим по новой строить тачку. Я вот не знаю, мне бы на нее как-то вскарабкаться, опять ночь. Только что ж день был? Капец, тут эта ночь 24/7, такое ощущение. Выходим, начать строительство. Сейчас я сюда запрыгну, выполнено. Этап первый выполнено, спасибо. Так, ладненько, поперли дальше. Постепенно все делаем. Это сюда, тут сиденько, сиденько и сиденько. Дальше у нас что? Мордочка. Вот эту штуковину ставим. Сиденьку для... Погодите. Шнурок и грани. Понял, мне не хватает ресов. Видимо, поэтому у меня тогда что-то не вышло. Окей, хорошо. Давайте, короче, поспим и утром продолжим. Спальные места. Можно мне поспать? Посмотреть назначенные кровати. Вы. Тут сплю я. Спокойной ночи. А чё я спать-то легла? Тут, походу, не работает, как в Майнкрафте. О, сеньоры-помидоры. Нифига себе, тут новых челиков много. Капец, у меня тут факелов. Я их накидал, да? Погодите, надо забрать, есть. Я факела хочу забрать. Факела дайте взять. Забрал. Меня бьют, чертилы. Я факел не могу взять, последний. Да хочу тебя бить. За чё? Не могу факел взять. Вы чё, охренели мою машину ломать? Я тебе сейчас кабину разрушу. Как ты ломаешь кабину моей машине? Черт офигевший. Короче, мне нужно вооружаться. Почему вооружаться? Сейчас объясню. Потому что, во-первых, мой чертильник бьет киркой. Негодник такой. Кирку мою ломает. Твоюшку курузину. Это, короче, мы выбрасываем. Это мусор. Это нам не надо. Нам сейчас надо заняться производством. Так, лесной топор мне нужен. И кирочка. Палка из корневяза. У меня как раз таки вон палки из корневяза. Хотя, блин, я это на улучшение верстака хотела, да? А у меня нет все равно песочного когтя и песчаной раковины. Блин, это мне в пустыню надо, по всей видимости. Давайте-ка сделаем кирочку. Кирочку сделали. Теперь нужно лесной топор. Это деревянная палка нужна. Окей, понял. Деревянная палка. Давайте-ка сюда засунем. Я так понимаю, деревянная палка нужна вообще на все. Кстати, дайте-ка я посмотрю. Я что-то уже забыла. А что тут надо? А, шнурок, гранит. Гранит, кактус, кактус. Капец, а мне, возможно, не хватит деталей. Но я имею в виду ресурсов, а не деталей. Доска, гранит, шнурок. Во-первых, шнурок. Поставим на крафт его. А, кстати, у меня вон шнурок-то есть. Ёшкин ты кот. Может, сразу еще поставить на крафт? Просто не знаю, понадобится нам потом шнурки, либо нет. Окей, ладненько, давайте-ка. Удалить не надо, нужно начать строительство. Бамс. Теперь сиденечко. У меня опять нету досок. Окей. У меня тут есть доски в инвентаре. О, 27 досок. И что мне надо было? Я забыла. Ладно, давайте возьмем все. Пригодится. Пригодится, поперли дальше крафтить. Сиденька. Да, ёшкин ты кот, а что тебе надо? Погоди. Он хочет именно гранит. А у меня гранита нет. Мне надо его добывать идти. Ух-ух-ух. Так, ладно, понял. Короче, ребята, это просто жопа на эту машину, чтобы вы понимали. Вот я ее почти достроила. И мне кактуса не хватило. Мне кактус нужно. Я вообще без понятия, где пустыня. А, нет, погодите. Вот это, походу, пустыня, не? О, пустыня рядом. Все, мы сейчас пойдем с вами в пустыню. Ну, есть, конечно, это пустыня. Правда, нам в дорогу надо снарядиться. Дайте-ка я соберу малиночку. Снежную ягодку соберу. Это мне все надо. Я, кстати, вон, накормила наших зверят. О, неплохо. Это мне в пустыне понадобится. Итак, поперли создавать себе оружие. Мне нужен длинный меч. Палка из корневяза нужна. Опять нужен корневяз. Ёшкин ты кот. Ну, благо, у меня палки есть. Сейчас я быстренько скрафчу. Опачки, идеальненько. Кстати, погодите, у меня амулет здоровья, а мне нужно бы, мне бы... О, погодите, компас. Добавляет базовые элементы навигации в интерфейс игры. Волчий коготь нужен, погодите, у меня волчий коготь есть, и у меня стекло есть. Куда я его положил? Вот стекло. Ну-ка, давайте-ка сделаем. А подзорная труба что? Инструменты, делающие далекие земли ближе. Ага, ну давайте, короче, компас сделаем, не знаю, зачем нужен компас? Недавно ввели. Как оно работает? Давайте посмотрим. Ну, допустим. Ой, погодите. А, мне его снарядить надо. Надеть. Окей. И что изменилось? Что изменилось? Погодите, а что он мне дает? Добавляет базовые элементы навигации в интерфейс игры. Компасу можно... Ну и где у меня эти базовые навигации? Где? Что? И что изменилось? Я тупой. Хорошо. Что мне надо? Мне нужно. Самое основное, это амулет хладнок... Так, погодите. А у меня песчаной раковины нету. Понятно. Ладно, окей. Длинный меч у меня, короче, есть. Самое основное есть. Блин, а мне топор нужен. Давайте топор. Лесной топор, кость, деревянная палка. Палка есть и кость. Все, готово.
Готово, давайте колесной топор мы делаем. Давайте все на панель. Вот так вот, вот так вот. Питаться я буду, значит, у меня есть суши, у меня есть жареное мясо, еще у меня есть тыква. Все, остальное я выкладываю, чтобы не засорять инвентарь. А, слышите, компас вон сверху появилась, смотрите. Запад, север, восток. Ага, понятно. Ради этого я его крафтила. Я понял. Давайте попробуем суши, как оно на вкус. Кайф, неплохо. Какие-то задания выполняю, уже 4-й уровень боевого пропуска апнула. Нифига себе, женщина-кошка. О, смотрите, шейки снежных ягод я могу сделать. Ну-ка, снежные ягоды нужны, молоко. Давайте сделаем, мне это в пустыне пригодится. Гляньте, сейчас сделаем по-быстренькому. 2 снежных ягоды, 2 молока, значит 4. Мне кажется, этого мне хватит, чтобы все ресы так-то не тратить. И сейчас с вами попрем в пустыньку. Найти бы ее еще. Надеюсь, найду. Я надеюсь, мне всего этого хватит, ибо у меня всего по одному. Возможно, можно было бы еще, наверное, сделать. Ладно, может быть, еще сделать. Ладно, давайте, короче, я сейчас сделаю дубликат всего. Потому что оружие быстро ломается. Все, сделала дубликат на все. Блин, я не ту кирку сделала. Выбросить нет, не надо. А уйди, дядь. Нужна кирка нормальная. И капец, я фигню сделала. Да ладно, но древесину все равно захавала. Все, поперли искать. Мне нужен кактус. Кстати, а вообще, как посмотреть, что мне еще понадобится? У меня это есть, что оно тут выскакивает. Можно? Блин, погоди ты. Дай посмотреть, что-то понадобится. Доп. Сведения. Давайте. Аль. Значит, кучу кактуса мне надо. Факел нужен будет. Наверное, на фары. Палка из кактуса. Ага. А палку из кактуса как делать? Кстати, погодите. У меня кактус был, но у меня тут, кажется, рецепта не появилась. Ну-ка. А нет, есть. Все, короче, поперли в пустыню. Опа, мужики по дороге. А с них лутик хороший падает. Стекло это мне надо. Стекло мне надо. Все остальное не надо. Чтобы не захламлять. Отличненько. Это выбрасываем. Стекло мне пригодится. Бодрящая ягода. Ну-ка, что это такое? Восстанавливает здоровье, утолит голод и временно ускорит восстановление выносливости. Слушайте, неплохая тема. Потому что выносливость восстанавливается... Да ёшкин ты кот, не могу вскарабкаться. Восстанавливается очень плохо. Что это за новое дерево? Это просто обычная древесина, либо что-то полезненькое. Ну-ка. Блин, это обычная древесина. Ёшкин ты кот, я-то думала. О, еще одна ягода. Мне нужен кактус. Я на поиске кактуса. Капец, на улице потемнело, я вообще ничего не вижу. Но зато там вдали... Ох, тут озеро, я понял. Блин, там наверняка лут какой-то интересный. Ну-ка, давайте-ка обойдем. Нифига себе, у них тут поселение. Скелетики. Какие-то скелеты-пираты. Здорово, пацаны. Нифига их тут пираты. Они так-то жирненькие, я вам скажу. Тихо-тихо-тихо. Тут еще арбалетчик. Вот чертила. А-а-а, стекло мне надо, стекло мне надо. Женщины-арбалетчики. Ломаем кабину, давай, помогай мне, братанчик. Еще и обычные скелеты напали, ёшкин ты кот. Ладно, в принципе, с ними разобраться на изи. Что-то интересненькое, что тут есть. А чё, а где? Где сундуки? Я нафига все это делал? Сундук с сокровищами. Пока мой помощник мне помогает, я тут это, сокровища лутаю. Нифига себе, куча всего. Так, из полезного что-то есть, давайте. О, где хп? Хп, 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 хп. Тихо-тихо, пьем, останавливаем хп. Они ненормальные, они тинти кидают. Они бешеные. Ёшкин ты кот, у меня хп вообще нету. Тихо, пьем, 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 пьем. Капец, где мое здоровье? Где мой этот помощник? Тинти, опять. Слушайте, а что так мощно? Мне нужно что-то на восстановление хп. Блин, это капец, где мой помощник? Он, походу, где-то помер уже. Братанчик, это ты не вовремя. Так, ладно, надо с ними разобраться, а то они так и будут кидать тинти. А, это пират кидает. Че, а куда ты мазила? На опережение стреляешь? Чау, чау. О, помощник вернулся. Я тебя уже заждалась, братан. Я без тебя тут чуть ли не помираю. Офигеть, тут куча всего. А как мне чувиху достать? Мне надо, походу, это все разломать. Оно же должно упасть, да? Это же это есть? Или с чего это? Погодите, что он так долго ломается? О! Это надо было киркой ломать. Сейчас мы это разломаем тут все. Упадет та женщина-кошка. Бамс. И последнюю опору. Оба! А что, неприятно? Вот так-то на работе. Ня-ня-ня-ня-ня-ня, собираем весь лут. Все, последняя чувиха осталась. Арбалетчик недоделанный. Все, с последним мы разобрались. По идее, можем отсюда уходить, да? Что-то интересное было. Ладно, давайте. Меня убивает. О, нектар. Слышите, он устанавливает хп. Ну-ка, погодите-ка. Эта штучка покруче. А, кажется, у меня хп-то фуловая. Зачем оно мне? Теперь мне нужно по делам важным. Блин, капец, утреться. Хочется сюда домой отнести. Древесина лишней не будет. Доски тоже. Я кактус нашла, то что надо. Блин, я не могу этим топором рубить кактус. Это капец, я ради кактуса пришла. Что мне делать? Это просто жопа жопная. Это мне надо улучшение. Ой, это мне надо верстак улучшить. Ой, блин. А что там на верстак надо было?
было, я не помню. Там, кажется, раковины нужны были вот эти. Ладно, давайте тогда песчаный коготь, песчаную раковину добудем. Там, кажется, это надо было. Я даже это не могу добывать, да? А, нет, это я могу. Это что такое? Это янтарь, что ли? Похоже на него. Ну-ка. Да, это янтарь. Смотрите, мне крафт открылся новый. Огранночный станок. А тут везде песчаный коготь нужен. Так, ладненько. Давайте тогда добудем вот это вот все. Оно нам пригодится. Блин, а там еще сундук какой-то. Сейчас я приду, бабочка, быстренько добуду все тут. Ну-ка, давай, бабочка, показывай свои приколы. Не, она мне сюда. А куда ты меня ведешь? Блин, нам походу далеко бежать. Новая курица. Погладь. Яйцо дает? Блин, я думала, что-то новенькое. Мало ли новый моб какой-то. О, может, я маленький могу? Я даже маленький не могу добывать. Это просто капец, капец. Ладно. Че уж. Пойдемте эти песчаные раковины искать и псин, который когти нам дадут. Че тут выпадет, интересно. Может быть, тут выпадет что-нибудь из того, что нам надо. Коготь этот, ну-ка. Да-да-да-да-да-да-да. То, что надо, то, что надо. Так, у нас две раковины этих песчаных. И че? Блин, а коготь не выпал. Капец, нам вроде по 5 штук нужно всего было. Если не больше. Если будет больше, то вообще фиаско. Я вообще ничего не вижу. Ни волкодава. Ну-ка, дальше с высоты ничего не вижу. Ой, что это такое? Это что такое? Это что за черт? Это что за черт такой? А, чертильник! Ты че? А ща... Он сейчас рванет? Офигеть, я еле выжила. А что с ним выпало? Роковое ядро? Субстанция урона? Жесть, тут все взрывается. Капец. Ну-ка, а вот эту штучку я выпиваю. И оно мне хп регенит. Опупенно. Хорошо. Я нашла какого-то взрывающегося мопчика. Теперь мне нужно найти этих, как там, крабиков и волков. Надеюсь, я их найду. Я пока что ничего не вижу. Я нашла пса! Волка! Ого, нифига себе он наносит. Вот пес сутулым. Давай в задницу его, в задницу бей. Давай, давай, почти добили. Опа! Да-да-да-да, это то, что мне надо. То, что мне надо, не хватает места. Выкидываем, выбросить. Окей. Опа, берем коготь. 4 штуки выпало. Нифига себе много. Слушайте, нифига себе много. Еще одного песика мы с вами грохнем. О, раковина. Бам. О, хп мало. Слушайте, мне походу эти нектары нужны. Я их буду крафтить дома. Вот она, раковина моя. Да, то, что надо. Давай быстро с ним разберемся. И еще одного волкодава надо найти. Еще одного черта вот этого. Опа, вот и чертильник. Тихо, тихо. Тихо, куда? Не надо быть таким агрессивным. Пес сутулый. Бамс, подобрали. 8 штук. Просто отлично. У нас почти все нужное есть. Надо успеть его добить, прежде чем он рванет. А пупен, у меня столько этих ядер. У меня аж 4. Мне жарко? Не понял. А я знаю, что с этим делать. Сейчас я выпью вот это. Переставляем. Все, теперь мне не жарко. Отлично. Давайте-ка поищем еще немного мопчиков, чтобы сразу же улучшить поселение. Там вроде бы тоже все вот это вот песчано нужно было. Когти и раковины. Все, у меня сломалась кирка, но благо у меня есть еще. Хорошо, что мы с вами побольше кирок надыбали. Кстати, новый крафт. Где он у меня? Где он? Что тут надо? Погодите, я не посмотрела, что мне надо. Мраморный блок. Блин, а тут на все нужно эти и раковины, и когти. Мне получается сейчас побольше бы их добыть. И в идеале побыстрее бы машину скрафтить. Но, блин, капец, эта машина, это просто... Я не туда полетела. Ну-ка, давай. Опа. Мне без машины вообще жесть. Не к ФТМ до сюда добираться. Это очень долго бежать до этой пустыни. Вы посмотрите, где у меня дом. Он в попе. Ё-моё, 2 черта бежит. Ой-ой-ой-ой, ща. Ща-ща, как бабахнет. Блин, а у меня последняя эта штука осталась. Нет, мой братан развалился. Так, ладно, он благо появится, в отличие от меня. А я весь лут потеряю, если я помру. Поэтому лучше уж он, чем я. А если подвести вот этого черта, который разрывается, к кактусу? Вон он. Давайте кактусу попробуем его подвести, а? Блин, главное, чтобы он меня не бабахнул. Давай, черт, сюда иди. Давай, сюда, сюда, сюда. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Чё-чё-чё-чё? Ну куда? Ох, не за... О, да, боже. Я гений. Кто гений? Конечно же, я гений. Чё мне выкинуть? Давайте яйцо выкинем. Все, подбираем кактус, это мне надо. Да? 6 кактуса есть, отлично. Вот это, конечно, я обход системы нашла. О, псина сутулая целых 2. Меня псины захавали, капец. Блин, я весь лут потеряла. Мне теперь за ним бежать надо будет. Блин, а я вообще с голой жопой побегу, чтобы вы понимали. Это просто фиаско, братан. Ну что, поперли? А сейчас еще стемнеет, вообще будет просто опупенно. А, мой лут, мой лут, мой лут. Прекрасно. Так, тихо, ба-ба-ба-ба. Я только прибежал, куда вы, чертил. Недоделанные. Я еще не успела все поставить, как надо было. Тихо, тут какие-то... Кактус мне надо, кактус мне надо. Бамс, бамс, чертильники. Надо с ними разобраться и до дома шуровать. Все, поперли домой, чуваки. А то тут ночью небезопасно. Я не хочу еще раз лут потерять. Хочу хотя бы тачку достроить, а то сюда бежать вообще пипец. Я не знаю, наверное, минут 5, может быть, больше бежала. Я прибежала домой. Вот, а гляньте, какой я путь проделала. Вот этот вот.
Ну вот, то есть, вот отсюда я бежала домой. Да, я немножко горы обходила и все такое. Так, ладненько, я надеюсь, сейчас мне хватит все, чтобы достроить. Так, первым делом, что мне надо? Ладно, давайте первым делом лучше займемся машинкой, ибо машинка это первостепенная важность. Начать строительство. Достраиваем. Выполнено. Пятый этап, последний, заключительный. Я надеюсь, мне ресов хватит. Палка из кактуса. Сколько их в общей сумме надо? Две палки, наверное, да? Сейчас, погодите. А, начать строительство. Мне нужно две палки из кактуса. Шнурок. Шнурок, куча шнурка. Деревянная палка, 4 штучки. Факел. А у меня кактуса мало. Чтобы вы понимали, у меня мало кактуса. Я понял, мне кактуса не хватит. Давайте тогда улучшение. Мраморный блок, палка из... Мне палок не хватит. О, боже мой, я ненавижу эту игру. Что-то так сложно, я не понимаю. Ладно, окей, пока что туда скинем. Да ладно, давайте-ка мы пока что из этого кактуса сделаем по... Ой-ой-ой, не туда, не туда. Пусть пока что палки делаются в обработке. 4 предмета. Так, один кактус равно одна палка, да? Ну-ка, дайте посмотреть. Да, точно не хватит. Так, ладненько, окей, сейчас пойдем за корневязом. Вот постоянно не хватает этого корневяза. Все, ребята, беру последнюю палочку и, наконец-таки, улучшаю верстак. Так, ёшкин ты кот. Мам, с новой рецепты. Итак, смотрим. Лесной топор, ограненный янтарь, палка из корневяза. То есть для этого мне нужно... О, ткацкий станок. О, что для субстанций? Так, мне нужно... Мне песчаный коготь нужен. Боже, когда я уже скрафчу тачку? Я уже устала. Мне сейчас надо опять в пустыню, потому что у меня нет ограненного. А мне нужен лесной топор, ограненный янтарь. Погодите, у меня точно нигде нет янтаря ограненного? Может быть, он с кого-то... Кто-то выпадал. Блин, ну ни с кого не выпадал, по всей видимости. Ну, ё-моё, как все сложно в этой игре. Наконец-таки я добыла все ресурсы. Это было очень долго. Поставлю пока эту штуковину сюда. Давай, ограняй мне тут все. Ух, так, ладненько. Что мне надо? Все, у меня все готово. Наконец-таки я крафчу лесной топор, благодаря которому я могу добывать куктус. Теперь мне нужно опять в пустыню. Это самое неприкольное, потому что я уже задал. Долбалась, если честно, бегать в эту пустыню. Ну-ка, мужик, у меня слишком много топоров. Ну-ка, надо дать один топор своему помощничку. И чтоб хороший случайно не отдать, давайте-ка я его уберу. Так, лесной топор, на, держи, всегда пожалуйста. А этот топор мы забираем. О, боже ты мой, наконец-таки я отправляюсь за кактусом. Ура, долгожданный кактус. Да ёшкин ты кот, почему все мне препятствуют в добывании кактуса? Еще совсем чуть-чуть, и у меня будет машина. О, да. О, господи, я могу его добывать. Ну, мне, кстати, особо много не надо, но я добуду на будущее как можно больше. Хотя, благодаря тому, что у меня будет бибика, я в любой момент могу вернуться за ним. Ну что ж, поперли достраивать нашу бибику. Так, колеса, это какие? Это куда? Это сюда или сюда? Как мне понять, куда какие? Ага. Слушайте, вопрос хороший. Блин, мне еще палки нужны. Ну что ж, продолжаем строить. Так, не понял, у меня она уже... Она у меня уже есть. А еще одна нужна. Это на жопку. Это у нас пары, они, наверное, впереди. Где? Куда? А, сверху. А, стекло надо. Итак, размещаем пары. Теперь двигатель. Да боже ты мой, ну постоянно всего не хватает. Итак, двигатель и колеса. Ну, я не знаю, в чем разница этих колес? Погодите. Среднее рулевое, ведущее колесо. Поворачивай. А почему повернуто это? От водительского сиденья. Ну, по логике, они должны быть спереди. А эти должны быть сзади. Боже, мы достроили штуку! Внедорожник! Отлично, миссия... Нет, куда? Тачку перевернула! А как мне ее перевернуть обратно? Ну, ё-моё, у меня тачка пере... Давай, 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 переворачивайся! Ебой! Все, ломай эту штуковину, она нам больше не нужна. И садимся, испытываем свою бибику. Итак, что тут у нас есть? Можно что-то открыть? Батарея... Она мне не поедет, пока нет батарейки? Нет, она не едет, пока батареи нет, а где батарея? Капец, я нафига все это делал? У меня батареи нет, я не знаю, где батарею брать. Где брать батарею? Объясни мне, пожалуйста. Короче, загуглила, мне нужна вот эта вот фигнюшка. Доски, грунт, песок. Благо, песок я, кстати, нашла, пока изучала пустыню, так что сейчас все сделаю. Итак, все есть, давайте ставим. Господи, последняя деталь осталась, скоро сможем водить бибику. Итак, что мне делать? Мне просто-напросто закидывать что угодно сюда? Но обрабатывает долго. О, боже мой, сколько это ждать? А, дайте мне поводить тачку, господи, батареи мои.
ладно, закидываем по максимуму. Блин, это просто капец какой-то. Капец. Кстати, что вам скажу, я так понимаю, мы можем сюда поставить сундук. Слушайте, а хайпово, я вам скажу. То есть мы ставим сундук и можем чисто... Да, мы ставим сундук и путешествуем. Окей, давайте тогда хороший сундук. Это корневяз нам нужен. Сейчас быстренько скрафтим сундучок, и у нас будет с вами передвижной склад. Вот это, конечно, да, блин, прикол, вот это добавили, слушайте. Моему счастью нет предела. Итак, ставим сундук, вроде бы идеально, да? Идеально. Нет, куда тачку не толкай, ёшки ты кот, мне гараж нужен. У-ху! В следующем видео будем делать гараж. О, кстати, а давайте поселение пока что мы с вами опнем. Мраморный блок нужен и палка из корневяза. Корневяза, благо, у меня хватает. Так, сколько у меня штучек, У меня 3, значит, нужно 17 палка из корневяза. Давайте, 17 штучек. Забираем, улучшаем. Улучшить поселение. Та-дам! Массивный дом, что-то новенькое открылось. Итак, сделала я это для того, чтобы вот этого мяускаса забрать к нам в поселение все. Теперь, дядька, давай, работу тебе. А, он кровать хочет, все, понял, сейчас кровать сделаю. Во, смотрите, открылась батарейка. На крафт батарейки нам нужно стекло и биомасса. И как раз таки вот отсюда появляется у нас биомасса. Поэтому ждем, нам нужно еще 30 штук. Все, кровать построили, мяускас. Давай, к нам, с радостью, с кайфом. А теперь В смысле, почему не подходит? В смысле повысить? Ты что, дурак, что ли? У меня жители 6 из 7. Ты можешь спокойно к нам? Блин, это для животных слот. Кого мне прогнать? Давайте, раптора попросим уйти. Да, давай. Все, чел, ты теперь обязан. Вот если ты сейчас не переедешь, я тебя устрою. Да. У меня теперь есть мяускус. Ой, погодите, я голодная. Ёшкин ты кот, я голодная. О, благо у меня еда есть. Ну чё, ребята, прошло 30 минут. Батарейка, блин, стекла не хватает мне. Стекло, давайте-ка. Да куда? Ай, ладно, давайте возьмем все. Знаете, о чем я сейчас подумала? Я надеюсь, мне одной батарейки хватит. Ибо если не хватит, это пипец. Кучу времени я потратила на то, чтобы эту биомассу получить. Вставляем и проверяем. Я надеюсь, оно поедет. Оно едет! У-ху! Ребята, это просто жесть. Ага, я сделала это. Я, конечно, не знаю, как быстро сядет эта батарейка, но, чтобы вы понимали, очень долго добывать ресы на батарейку. Но, во всяком случае, на моем уровне. Задний ход, скрытое управление. А что такое R? Не понял. А F? Что это такое? А C? Что это такое? Выйти руль. Не понял, а что это такое у меня справа снизу? Это что? 2, C, 3. Это передачи, что ли? Я надеюсь, нет. Потому что, если да, то я не шарю за них. Слышите, что скажу? Батарейка быстро садится. Все, выходим отсюда. Тихо. Как выйти? Все, выходим, пусть тачка стоит. Просто опупен, ребята. В следующем видосе нам будет в разы проще, потому что у нас есть бибика. И мы да куда угодно. Вот нам нужна шахта. Мы взяли, доехали, тачку оставили, зашли, вышли, сели, доехали. Боже, это просто опупенно. Все, на этом я буду прощаться. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Не забудьте написать, ждете ли вы следующую серию или нет. Ну, а я вас всех люблю, целую. Видео слева и справа очень интересное. С вами была Флаточка, всем удачи, пока-пока.